Первое, чтобы были деньги. Второе, это где-то за городом. И третье, ну, все вместе, еще и собака у нас с собой. И все это так весело происходит на зеленой травке с продуктами свежими, желательно местными, самарскими. Ну вот как сегодня. Вышли, погуляли. Сувениры приобрели. На детской площадке еще сходить надо. Это, наверное, где-то за Волгой, возможно, в каком-то красивом домике, красивом месте, чтобы рядом была река, чтобы можно было купаться, плавать, ну, жарить шашлык и прекрасно отдыхать. Я думаю, на Волге, на зелененьком где-нибудь, на песке. Конечно, в Самаре, Самара город-курорт, пройтись по старому нашим улочкам, заглянуть в кофейни, в рестораны, с дядей Степой поздороваться. Вот малыш любит дядю Степу. Набережная, конечно, пляж. Ну, и, может быть, до дачи доехать, дача, потому что у нас рядом тоже с городом. Самое лучшее время именно как раз летом в Самаре провести. Поехать на природу всей семьей и покушать что-нибудь вкусненькое, может быть, пожарить мясо или нет. Как-то так. Может быть, за Волгу или куда-то вообще далеко от города. Большой семьей, с родителями, с мужем, с ребенком гуляем, отдыхаем на набережной или уезжаем куда-нибудь на природу, купаемся у бассейна.